33 педагога, подготовившие победителей и призеров Олимпиад, получат ежегодное денежное поощрение от главы Чувашии. В этом списке Татьяна Иванова, учитель химии столичной гимназии номер 2. Время конденсации. 3 часа 48 минут. Еще немного. Внимание. Пошел. Опять перехимичили. Исправить оценку, как герой Яралаша, пыталось не одно поколение школьников. Такое использование химии в быту стало уже хрестоматийным примером. Татьяна Петровна рассказывает о таких примерах каждый день. На глазах школьников сложная наука с большим количеством формул превращается в понятную всем историю, в которой есть место чудесам. Кто из нас не удивлялся опытам, которые проводились в кабинетах химии? Вот уже 30 лет Татьяна Петровна обучает будущих Менделеевых. Ее ученики очень любят этот предмет, постоянно участвуют в соревнованиях различных уровня. Когда я тоже сама в школе училась, мне очень химия тоже нравилась. У меня сразу вопрос не стоял передо мной, какой предмет выбирать. Я хотела быть учителем, так как меня химия увлекала и интересовала, я сразу пойти решила на химический факультет нашего Чувашского государственного университета. И после окончания университета я сразу пошла в школу. С тех лет я в школе и работаю уже 30 лет. Только в этом году 10 учеников педагога стали призерами в олимпиадах разного уровня. Как признает Татьяна Петровна, работа в школе приносит ей огромное удовольствие. Дети, они очень благодарны. У них глаза горят. С ними никогда не состаришься. С ними всегда чувствуешь себя молодой, сколько бы тебе ни было лет, какая бы ты ни устала, ни была. После учебного года устаешь, а потом к сентябрю опять приходишь такая же вдохновленная, потому что знаешь, что тебя ждут любимые дети. Среди учеников Татьяны Петровны есть уже и те, кто определился с будущей профессией. Татьяна Петровна замечательный учитель. Именно из-за нее я поняла то, что я хочу связать свою дальнейшую жизнь с химией. То, что химия – это одна из величайших наук. Химия – это мой любимый предмет, и она мне больше всего нравится, потому что без химии в современном мире никуда. Все, что нас окружает, скажем так, это химия. В любой области промышленности нужно знать химию. И она всегда актуальна, всегда может пригодиться. Учитель должен уметь заинтересовать ученика, помочь с выбором. У Татьяны Петровны это получается. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика.